Американская певица Бритни Спирс рассказала о предполагаемой встрече с пришельцами. Историей она поделилась в мемуарах под названием «Женщина во мне». Певица рассказала, что после расставания с Джастином Тимберлейком она решила отправиться в путешествие по пустыне в Аризоне вместе с подругой. В одну из ночей они ехали в кабриолете и почувствовали, что находятся не одни. Бритни Спирс рассказала, что ее охватило странное чувство. По словам артистки, она ощутила присутствие чего-то неземного. Тогда звезда постеснялась спросить у спутницы, верит ли она в существование инопланетян. Однако вскоре подруга Бритни сама обратилась к ней с таким вопросом. Девушки остались убеждены, что соприкоснулись с внеземными обитателями.